Новогорске – микрорайон Новогорск, улица Ивановская. Дорожная артерия, которая соединяет федеральный клинический центр и массу спортивных объектов, где воспитывают будущих олимпийских чемпионов. В течение нескольких дней здесь не смолкает шум дорожной техники. Сейчас дорога полностью отфрезерована. В течение двух дней рабочие положат новый асфальт. Там два участка протяженностью 2,2 километра и 400 метров. Полностью будет заменено асфальтовое покрытие. Установлен новый бордюрный камень, заменил покрытие на тротуар. Дорога на улице Ивановской – это один из 10 участков, который в этом году запланировали отремонтировать в рамках программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». На сегодняшний день работы по 8 участкам уже завершены. Мы планируем завершить работы по двум участкам, которые остались у нас до конца месяца. Далее будет нанесена разметка и приниматься экспертиза по качеству выполненных работ. Таким образом, в этом году капитальный ремонт проводят на 11,5 километрах дорог площадью 95 тысяч квадратных метров, в том числе на улице Спартаковской в Старых Химках, на улицах Первомайской и Микояна Всходние, а также дороги в кварталах Свистуха и Вашутина, Жилина и Саврасова. Александр Сергеев, Вильфрид Демковский, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.